Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo XC90. Ремонт передан. Итак, работы здесь немного, но повреждения неприятные. Капот подшаманит мастер ПДР, а мне надо подправить правый лонжерон. Балка бампера в хлам, а лонжерон совсем немного. Итак, снимаю балку бампера, телевизор и радиаторы. Перед разобран. Начинаю. Подровняю немного поврежденный нижний элемент и затем попробую вытянуть лонжерон. До конца вытянуть не удалось. Удаляю эту детальку и прогреваю заломы.
Работа с металлом закончена. Покрасил лонжерон и балку бампера. Немного антикора, и затем вставлю смятые детали обратно. Моя работа закончена. Эта работа заняла 10 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока! Thank you.